пешеходы должны ходить по заборам, по крышам и так дальше. Почему? Ну, вот смотрите, в каком состоянии пешеходный переход. А люди, когда здесь много идут людей, они не разминутся, выходят. Вот давайте, я ходил с рулеткой, замерял на университетской ширину тротуара. То есть даже меньше 2 метров. Тут есть, да.